Здравствуйте, мои маленькие любители гальванизма. Несмотря на то, что здесь гальванизма нету, здесь есть только я и начало так называемой стройки. Что сказать? Мороз на Урале ударил, а неожиданно непредсказуемо. По той простой причине, что еще два дня назад я начал копать траншею под будущий фундамент. Но сегодня ночью ударил мороз. Причем такой хорошенький, что даже окна заледенели пластиковые. Хотя показывало 15 градусов, на удивление. Минус 15 градусов. И земля подмерзла. Сейчас я даже покажу вам. Так вот, в общем-то. Два дня назад я начал копать траншею под фундамент будущей мастерской. То есть у меня нет выбора, поскольку дом у нас с супругой. Это вообще раньше был садовый дом, но я умудрился при ограниченном бюджете превратить его в жилой дом, круглогодичный. И, в общем-то, с первым этажом все нормально стало. А вот второй этаж, в котором я, в общем-то, ютюсь и работаю, конечно, там полно места, но он, это холодный чердак, так называемый, он вообще не подготовлен для какой-то жизнедеятельности там зимой. Летом там жара, зимой там холод. Приходится использовать нагреватель. А нагреватель много потребляет энергии, и получается расходы неоправданы. А если мне еще на украшение делать накрутку за то, что я топлюсь, то это будет, я думаю, нечестно. Поэтому, в общем-то, было принято решение, я о нем уже в предыдущем ролике говорил, что вот, к этому пристрою я хочу пристроить мастерскую комнату. Она по плану изначально должна была быть в длину 4 метра, и в ширину 3 метра. Но потом я посчитал, что это мало. Во-первых, я своими руками здесь в свое время сделал скважину. Вот, в общем-то, здесь у нас скважина. Здесь вот я летом подключаю полив, ну, на огород землю для полива, баню там набрать и так далее. Вот. Это идет скважина здесь вот с насосом. Здесь вот розетки, УЗО и так далее. Все это проходит дом. В общем, здесь стало тепло. Изначально тут просто стояла избушка. Ну, я замучился оттапливать трубы в насосе. У меня здесь на участке был бак. Он, конечно, был не то чтобы старый, не то чтобы пробитый, просто он был. И я принял решение прорезать в нем дно. Валялся вот этот вот люк отдельный. Сварил их вместе, выкопал яму, залил ее фундамент небольшой под вот этот вот бак бетоном. И все это, причем в одного, бак тяжеленный, зараза. Все в одного я это вот туда опустил, закинул. Естественно, прикопал и так далее. Ну, все нормально. В общем, грубо говоря, там проблем сейчас нету. Но я так подумал, если уж делать мастерскую, то почему бы не скрыть этот бак в подполе? Пусть лучше будет выходить подвальчик в помещение мастерской, нежели просто как-то в него придется залазить непонятно как. Вот, и поэтому я решил, что от 4 метров продлю на 6 метров. Соответственно, мастерская получится 6×3 метра. А это, мне кажется, более чем достаточно. Особенно, ну, для моих потребностей. Потому что я на 4 метра умудрялся туда по плану вместиться. То здесь это будет еще даже круче. Получается, в общем-то, дополнительная комната. И подвал будет скрыт в подполе. А в подполе сделаю, опять же, дверку. И можно будет иметь прямой доступ к скважине. Даже у меня появилось в плане, что все и, в общем, всю систему для того, чтобы в дом вода поступала, я, наверное, вот перемещу опять же сюда, вот поближе к скважине. И вода, этот гидроаккумулятор, и, в общем, все, что с этим связано, переместить, есть план вот сюда, вот электрику в том числе. И таким образом получается у меня две комнаты, то есть одна гальваническая, допустим, а вторая камнерезная. Два помещения, они будут разделены внутри стеночками. Вот, то есть как-то вот так. И пристроены вот к этой стене. Здесь вот я делал декоративную облицовку в таком японском стиле. Кто смотрел, тот, видимо, наблюдал, что много фотосета было на фоне там. Мне лично нравится, я не знаю, мне вот нравится. Это из горбыля соснового. Естественно, он подвергался обработке. Здесь он подвергался обжигу, но не полному. Поэтому в плане еще сделать полный обжиг. Но эта стена в любом случае будет сноситься. И вот к ней пристраиваются P-образно три стены. Долго мучился, считал, что, как, из чего, из каких материалов все это делать. И пришел к выводу, что самое бюджетное, особенно в моем случае, это будет делать бутовый фундамент.
То есть вот из таких вот блоков, здесь у меня альпийская горка, вот из таких блоков делать бутовый фундамент, небольшая заливочка. А саму мастерскую я буду ложить из газоблока или пеноблока. Поэтому здесь это, мне кажется, самое разумное решение и самое бюджетное. Потому что вот этот пристрой, там у нас коридор, ванная, туалет и так далее, он как раз сделан из газоблока, проблем я там не вижу никаких. Вот. И, соответственно, вот сейчас, вот два дня назад, как я уже говорю, возвращаюсь, занялся именно подготовкой траншеи. Но морозы подвели, и землю сейчас долбить стало тяжелее. Она промерзла сантиметров на 8, мне кажется. Ну, 10 там нет, наверное, сантиметров 8 промерзла, и становится некомфортно. Поэтому сейчас я, наверное, попробую, вот займусь, вот эту землю растаскаю по участку. Здесь, конечно, и глина есть, и земля, но я знаю, куда ее приспособить. Вот, пока ее, наверное, растаскаю. А здесь освободится место, и, наверное, уже на будущий год копать дальше. Хотя 6 числа обещали плюс 8, посмотрим. Но что я заметил, вот сейчас в это время, почему я взялся вообще копать траншею, в это время копать ее комфортнее, как это ни странно. Ни летом, ни весной. Почему? Я даже не ожидал. Потому что летом жарко, тупо жарко. Хоть ты голый стой, все равно ты весь потеешь, у тебя нет никакого желания что-то делать с землей, возиться. А весной земля сильно пропитана влагой, и, соответственно, ну ничего хорошего из этого не выходит, только спину рвать лишний раз. А вот сейчас земля, так сказать, средней пропитки, и вполне мне лично показалось это максимально комфортно. Да, тоже жарко становится, потеешь, но не так критично, как летом. Вон какой-то кролик бегал. Вот, поэтому, в общем-то, я и взялся за это именно вот в ноябре, как это ни странно. Вот. Значит, вот здесь по плану это будет помещение мастерской. И надеюсь, что все получится. Вообще. Хорошо подмерзла с корочкой, поэтому сейчас постараюсь по максимуму все вытаскать на землю. И мне еще нужно, конечно же, вот здесь вот желоб прорыть, по той простой причине, потому что фундамент будет P-образный, но я его сделаю, скажем так, A-образным немножко. То есть он будет как P перекрестная, это для того, чтобы немножко усилия было, когда придется настилать пол. Это тоже, в общем-то, важно, как по мне. Поэтому сейчас займусь этим. Если, конечно, это позволит все морозные вот эти вот неустойчивости. Вот, потому что посмотрел, как этот бутовый фундамент делается. Я буду заглубляться до уровня фундамента дома, скажем так. Там он не такой глубокий, там его сделали, конечно, господа таджики неправильно. Но я надеюсь, что вот эта вот комната мастерской, она хоть немножко подопрет пристрой. Мало ли что в будущем. Вот я на это рассчитываю. То есть я буду спицы втыкать, соединять ее спицами, соответственно, арматурой, в любом случае, чтобы они были целой конструкцией. А сверху еще, когда все будет готово, буду заливать монолит бетоном поверху, то есть чтобы это все было одним целым. Это тоже для меня лично очень важно, потому что я увидел, что пристрой сделан ну, вообще не по технологии. Там фундамент просто из бетона, и он зарыт ну, метр, по-моему. А у нас глубина промерзания Южный Урал 1,90 м. Вот еще одна причина, почему я взялся за бутовый фундамент, потому что его не нужно сильно заглублять, у него важна конусность, и чтобы нижний слой были огромные камни. Как я уже в предыдущем ролике, кто смотрел, таскал вот такие гранитные кряж, вот, и в идеале такие бы, если бы раздобыть, вообще красота была бы. Я знаю здесь пару мест, где можно по одной штучке везти, если моя спина мне этого позволит. Вот, но пока как-то так. Поэтому продолжаем работать.
значит, основной массив здесь был, я снял его. Там, в принципе, после 15 сантиметров промерзания уже нет. И хорошая такая земля. Вот сейчас пошел суглинок. То есть я уже это трогать не буду, на грядке это не пойдет. Это пойдет на дорожке, может, вот так по окраине пустить. Ну, мало ли куда, посмотрим. Вот, значит, здесь я пробиться не смог, к сожалению. Тут прямо такой хороший, сейчас покажу, так хорошо промерзло, не знаю, почему именно здесь. Здесь прямо вот оно идет, но вот таким вот ледяным комом вылазит. И не туда, и не сюда. И там плюс еще... там глина, понятно. Все понятно, тут больше глины. Она сейчас с водой пропитанная, промерзла. Скорее всего, вот так. И плюс еще здесь дерн. Ну, в общем-то, можно будет попробовать покопать. Но я, наверное, подожду 6 числа, чтобы наверняка... Чтобы сейчас не мучиться лишний раз. Вот. То есть вот это вот... Землю, где более-менее черноземчик, я ее... Вот. Здесь ранее было картофельное поле, но из-за соседской вишни, которую они не следят, не убирают, она пустила корни, здесь все в корнях вишни. Бороться бесполезно. 3 года я воевал с этим, но никак. Договариваться с ними невозможно. Не хотят ничего делать. Ну да ладно, не в этом суть. Сейчас я вот сюда немножко вот этой земли начал поднимать. Весной продолжу еще сюда. Перегнойчика накидаю. И что в моем плане? План такой. Вон, я таксу выпустил на свободе. Ниги, пошла, пошла. Хороший мальчик, молодец. Вот. Я планирую вот эту вот тепличку, которая здесь прямо вот как бельмо на глазу. У меня интересная идея родилась еще год назад. Она вся разборная. На болтах, болтовом соединении. Я хочу ее вот располовинить. Прям полностью. И так развернуть и соединить вот в одном из концов. И получится такая вот прямо стена тепличная. Как бы это странно ни звучало. Она 6 метров длиной, значит, получится 12 метров стены. И такая получится хорошая прямо гряда 12-метровой длины. Здесь у нас очень хорошее место, солнечное постоянно. И самый главный плюс, что... Вишня уже будет не страшна. То есть я подниму эту землю и сделаю подложку, скажем так, черноземную. То есть земля поднимется и сюда встанет эта теплица на всю там длину. Вот такой вот план. Поэтому хорошую землю я перенес вот сюда вот. А суглинки буду смотреть, куда уже. Места есть. А что касается вот этого места, так, делюсь с вами первыми. Давно уже у меня есть план, а именно, я хочу, чтобы здесь был такой небольшой садик в японском стиле. То есть будет все зеленый дерн, каменный сад, вот как бонсайки и так далее, различные деревья, культуры. В общем, все будет в таком японском духе, чтобы туда можно было присесть, душевно посидеть, отдохнуть. Даже может снять какой-то ролик, пригласить людей, гостей. Слово сказать, если мы возвращаемся к мастерской, почему здесь все так прямо вот оформлено. Вот это будет тропа, вот мастерскую. Я планирую, конечно же, чтобы здесь можно было принимать людей, как покупателей, клиентов, так и просто, может быть, даже будет какое-то обучение, мастер-классы проходить по гальванопластике, по всему этому делу. Мне много уже кто пишет, много говорят, почему. Как почему? Просто потому что, в первую очередь, негде. Поэтому будет где после всего. Вот, и значит здесь вот где-то здесь, вот здесь будет альпийская горка, само собой, здесь будет сад. Но где-то здесь вот будет верандочка, которой можно будет посидеть душевно. А может быть это будет японский сад, и я туда буду приглашать людей, мы там будем сидеть, проводить те же мастер-классы. Почему нет? Природа хорошо, здесь у нас воздух чистый, 20 километров от Челябинска, дышится легко, это самое главное. Закаты прекрасные у нас регулярно. Красота, в общем. Поэтому вот такие вот планы. Поделился с вами с первыми. Ставьте лайки, кому интересно. Это очень важно.
Ну и сейчас, наверное, перейду к заключению вообще, почему я это все показываю, рассказываю, ради чего и для чего. Потому что, может, многие не понимают, что это вдруг он выскочил так. Вот, поэтому сейчас поделюсь. Поэтому переходим к следующей части. Так вот, возвращаясь к нашему диалогу, о чем я вообще все время в каждом ролике стараюсь упомянуть. Времена, конечно, сейчас тяжелые. Я понимаю, что не у всех есть возможность и желание даже покупать украшения или сувениры какие-то. Ну, просто, может быть, материально, может, физически, может, в случае мастерской «Скала» качество хромает как-то. Ну, кто знает, мало ли, у каждого свои мнения. Поэтому я и обратился к вам, как подписчики, так и покупатели, кому не безразлично наше творчество, именно за помощью. То есть, если кто-то желает, как говорится, поучаствовать вот в этом проекте, помочь мне, подсобить, я закреплю номер пластиковой карты Сбербанка. Вы можете перевести любую сумму, любая сумма будет полезна. Вы просто будете частью того, частью истории той, которая вот я начинаю, скажем так. Естественно, я не люблю оставаться в каких-то должниках. Я в любом случае обязуюсь, что каждому, кто окажет какую-то помощь материальную для этого помещения, я отблагодарю тем, чем пожелаете. Хоть украшения, хоть сувенир, то есть, то точно. Так сама я чихнула, правду говорю. То есть это будет не безвозмездно. Вы помогаете как бы впрок. Поэтому я в любом случае тому, кто перевел, я не забуду, я это зафиксирую, будет полный отчет за каждый, как говорится, рубль. И каждому достанется по заслугам, скажем так. Вот. Поэтому очень надеюсь на поддержку, потому что сейчас вот зима наступает, это, конечно, тяжело. Я вот планирую как? Я планирую, делюсь с вами просто своим планом, накопить сумму до весны. Энную сумму до весны. Я примерно посчитал, что в среднем на каждый этап, ну, если в целях экономии, нужно от 5000 рублей. То есть 5000 стоит камень. Вот этот вот скальный камень, гранит и так далее. Где он тут у нас? Вот он. Да, вот. То есть вот этот скальный камень, машина тонна стоит от 5000 в среднем. Соответственно, изначально в любом случае, как я раскопаю траншею, нужен будет этот скальный камень. И нужно будет купить хотя бы пол машины песка для того, чтобы сделать подушку. Подушку в траншее, точно, так со все знает. Подушку в траншее и постелить туда, положить туда слой вот этих камней. И только потом уже начинать заливать цемент. На цемент я тоже посчитал, в среднем на бетон, на создание бетона тоже нужно будет в среднем 5000. Поэтому вот, если будет вот хотя бы раз в какой-то период вот эти вот 5000 тык-тык-тык-тык-тык накапливаться, естественно, свободные 5000, вот к чему я клоню, то вполне реально я смогу реализовать этот проект сам своими руками за следующий год. Естественно, с вашей помощью, как говорится, с вашим благословением. Поэтому очень надеюсь на поддержку и повторяюсь, это будет не безвозмездно, не даром. Я отблагодарю каждого. Пусть постоянные покупатели подтвердят, если есть желание, что подарки вы получаете лично от меня. Потому что, хотя меня коллеги, что супруга, что Сергей Александрович постоянно ругают, говорят, что ты, я говорю, я просто... Это на духовном, подсознательном уровне. Я не выбираю, кому что подарить. Я просто закрываю глаза, опускаю руку в пакет с украшениями и достаю. И то, что вам досталось подарок, то досталось. Это не как-то выбирается, там еще что-то, нет. Абсолютно. Это просто от всего сердца, что называется. Я не думаю, я не подгадываю кому-то что-то как-то. Поэтому все, кто постоянные покупатели, они знают, что в этом плане, господи, я от всего сердца дарю. Вот, честное слово. Поэтому надеюсь, что и вы от всего сердца поймете ситуацию. Да, сейчас время тяжелое, я повторяюсь. Не прибедняюсь, хочу заметить, никогда не прибедняюсь. Я говорю как есть, что время тяжелое, и как бы денежка вся заработана, она, в общем-то, ну, живя в своем доме, она уходит на жизнь, на дом, соответственно. Потому что это и отопление, это и газ, это и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это уходит на жизнь. Поэтому вот в этот период у меня нету лишних денег, и как таковых накоплений нету. Сейчас я вместе со своими индонезийскими партнерами занят, скажем так, раскруткой нашего канала. Как он раскрутится, мы вступим в партнерскую программу, конечно, будет уже попроще, слава богу. Бог даст, как говорится. А пока просто повторяюсь, опять же, надеюсь на вашу помощь, поддержку и понимание. Если какие-то вопросы будут, может быть, какие-то мне пожелания или еще что-то, пожалуйста, с удовольствием выслушаю.
критика, может быть, какая-то будет, тоже с удовольствием выслушаю. Поэтому, в общем-то, всем, кто досмотрел, спасибо. Постоянным покупателям от всего сердца спасибо. Потому что без вас, как говорится, не было бы меня. Потому что я живу тем, что я делаю. Каждая из работ – это часть меня, часть души. И я всегда говорю, сердце у меня для жены, душа для работы. Поэтому в каждой работе, в любом случае, частичка моей души, частичка меня, она остается. Остается с вами. Это часть нашей с вами истории. И мне кажется, это самое главное, это важно. Поэтому надеюсь на ваше понимание. Всем пока. И до встречи в следующем ролике. Сейчас я, наверное, продолжу копать. Может быть, даже покажу вам, как это происходит. Точнее, не копать, а землю переносить. Но в любом случае, рад, что я начал выходить из тени. Меня долго на это индонезийцы вдохновляли, учили, обучали. Я пока еще стесняюсь, честно говоря, смущаюсь. Ну, не публичный я человек, думаю, как это многие поняли. Но начало положено, поэтому не пугайтесь, если, может быть, фейсом не вышел или прикид хромает. Вот. Ну, какой есть. Какой есть, что я могу сказать. Поэтому всем добра, здоровья, счастья. Берегите себя и своих близких. Пока.